Уже не первый раз в стенах Казанского федерального университета проводятся лекции и практические занятия городской лаборатории «Горожанин-ученый». Проект «Стратегии развития Казанки» привлекает казанцев с активной гражданской позицией к изучению водной фауны и сохранению окружающей среды. В этот раз участники проекта посетили кафедру природообустройства и водопользования Института управления экономики и финансов. «Горожанин-ученый» он у нас длится целый месяц, экопроект, где эксперты рассказывают жителям свои какие-то уникальные истории, делятся. Вот. И это седьмое занятие по счету, как раз-таки практическое занятие с микроскопом. Оно и в прошлом году было супер популярным среди жителей. И в этом году также не хотели его как-то отпускать от сердца, потому что с микроскопом, мне кажется, это вообще основа основ. Специалисты, потому что они здесь своего рода каждый уникальный и глубоко раскрывают каждую тему. Вот, и несмотря на то, что есть мероприятия, где это все вживую рассматривается, осматривается, а вот такие моменты изучающие, они, ну, они важны. И КФУ это как один из университетов таких важных и главных в Казани, оно никак не останется без внимания. Изучать водную фауну и ее обитателей в теории – это, конечно, интересно. Но если совместить это дело с практикой, то эффект будет в разы больше. Так, во время работы с микроскопом участники проекта познакомились с обитателями городских озер, научились определять видовую принадлежность на примере водных растений и многое другое. Как отмечают казанцы, такого рода практические занятия – это всегда очень увлекательно. Было очень здорово, было новое занятие в рамках этого проекта. То есть в прошлом году мы смотрели на все это под микроскопом и смотрели, как происходят инновации в парках, как работают с озерами. В этом году у нас совсем немножко другая тема. Мы смотрим, что происходит с растениями под микроскопом. То есть кажется, что это ровная поверхность, а по факту там очень много микроорганизмов, поэтому нас предупредили, чтобы мы ничего не ели, не пили. В общем, поэтому мы здесь очень аккуратно смотрим, наблюдаем. Проект реализуется уже третий год и стал финалистом первой всероссийской парковой премии в номинации «Экологическая акция». В этом году мероприятия проходят под слоганом «Казанка выходит из берегов», что говорит о расширении географии проекта и о важности сохранения и взаимосвязи всех водных объектов. Также 2024 год представлен разнообразием изучаемых водоемов. Занятия проходят не только на берегах Казанки, но и на реках Нокси, Волги и даже Свияги. Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универ Новости.